Ребятки, всем привет! Это третий сезон шоу по Шазаям, в котором обычный человек, он же популярная личность, бросает вызов искусственному интеллекту. Новый сезон, новые правила. Теперь у каждого участника появляется три подсказки. Перемотка трека. Мы запускаем песню не сначала, а с 30 секунды. Пауза. Гость может в любой момент остановить Шазам ровно на 5 секунд и выбить себе фору. И 50 на 50. Использовав эту подсказку, для целого балла достаточно сказать только название трека или только исполнителя. Но, так как ничего в этой жизни не дается нам просто так, за каждую подсказку придется заплатить. Если ты воспользовался ей и угадал, честно получаешь свой балл, а если ты даже с подсказкой ответил неправильно, ты получаешь штраф. Минус балл. Также в третьем сезоне мы вводим шестую категорию «Мое» с любимыми исполнителями гостя, которого он может использовать один раз, и ограничение в 2 трека максимум на каждую из остальных 5 категорий. Да здравствует разнообразие! Ну что, мы готовы начинать? И сегодня по новым правилам играет Клава Кока! Пью-пью! Попадаешь! Я готова выиграть Шазам, потому что если мне не изменит память, то в прошлый раз я проиграла, но сегодня я постараюсь... восполнить. У тебя осталось незаконченное дело, нерешенное, да, с ним, правильно? Да, все-таки осталось. Прежде чем мы начнем, у меня всегда был к тебе вопрос, я не успел его задать. Mm-hmm. По шкале от 1 до 10, насколько Моргенштерн хорошо целуется? Нормально целуется? Ну ты попробуй, сам оцени. Моргенштерн, я иду за тобой. Ты идешь за ним, а он идет от тебя. Твои категории сегодня — это Иньяс, рэпчик, топ ВК, 90-е и Мэш Фрэш. Супер новые треки. Так. Также есть категория «Мое» и 3 подсказки. Хорошо. Чего выбираем? Ну, давай Иньяс. Давай с Иньяза начнем, окей. Первый раунд, Иньяс. Поехали. Кто? Это этот... Быстрее. Ну что? Это Maroon 5. Да, но ты была позже. Почему? Ну, потому что Шазам был быстрее. Так получилось. Memories. Я же по тебе видел, что ты знаешь. Я знаю этот трек, да. Надо просто... чуть быстрее заряжать. Все, давай, это я фору просто дала ему. Вот так вот. Мы можем остаться здесь еще раз, а можем попробовать топ ВК, 90-е, фреш мэш и рэпчик. Давай останемся здесь. Давай останемся здесь. Второй раунд, поехали. Yeah, you've got the young. Кто? Джессими. Ну все. Это мой любимый. Не, вот так. За трендами следишь, конечно. Это же мамуш, воображаемый. Да? Ты не знал? Я знаю всех. Когда ты его уведешь? Ну, не знаю, я так Хейли пока даю с ним побаловаться. Да? Потом, естественно, заберу. Короче, кайфуй, пока Клава, да, свои глаза не навострила. Все. Видишь, у меня сейчас пока плохие песни, и мне пока, ну, как-то... Сам понимаешь, по образу. Не нужен парень, да? Нужен хороший парень. Я шучу. Я понял. Ну и Джастин Бибер далеко не панька, так что вполне возможно. Я иду за Моргенштерном, а ты уже с Джастином Бибером. Да? Договорились. У тебя остались категории топ ВК, Мэш Фрэш, 90-е, рэпчик и еще мое. А что такое Мэш Фрэш? Это супер новые треки, которые только-только вышли. Да? Ну пусть будет топ ВК. Окей. Подсказка без? Зачем мне подсказка? Возможно. Тебе она нужна? Не. Ну хорошо, как скажешь. Третий раунд, топ ВК, поехали. Давай. Дай послушай. Егор Крид и Хамаина Вали, мне все мадро. Какой долгий Шазам, дал тебе все вообще сказать, Клава, это честно заработанный балл? Оп, оп, 2-1, мы впереди, Клава. Да, кайф. Ты слов на ветер не бросаешь. Ну тут все мои любимчики собрались. Вообще все втроем. Джастин Бибер я там не заметил. Джастин Бибер на первом месте, конечно же. Прости, Егорка. Можем остаться здесь, можем попробовать что-то новое. Какие у нас сейчас категории? 90-е, рэпчик, мэш фреш. И еще моя категория есть. Ну давай рэпчик. Рэпчик. Хотя нет, давай останется топ ВК. Ты вот так дуплетами стреляешь? Да. Окей, как скажешь. Подсказки тебе все еще не нужны? Да. Четвертый раунд, поехали. Это Артик Асти, девочка... Это Зиверт, я тебя люблю. Не, ну похоже, я с тобой согласен. Ну похоже. Ну так бы я узнала, да, так и думала. А у нас есть подсказка-перемотка в целом. С 30 секунды, если бы этот трек, возможно, ты бы угадала, но счет 2-2. Окей. Окей, рэпчик, 90-е, Мэш Фрэш, категория мое. Мое.
Давай, ее можно только раз использоваться, вырвемся вперед. Окей, давай. И поедем дальше. Раунд номер 5. Это Сэм Смит, only father, we need to him. И это? Ну, мне кажется, ты дошла до него, да. Сейчас, подожди. Only father, we need to talk. Это одна из самых сентиментальных песен, он тут говорит. Ну, почитайте перевод, если вы гомофоб, то не читайте, но если вы современный человек с европейским или американским складом ума, обязательно почитайте, вам понравится. Да, я почитал. Тебе понравилось? Мне понравилось. Ты узнал себя, да? Не настолько сильно, как тебе кажется. Счет 3-2, мы вырвались вперед. Больше категории мое у нас нет. Но есть рэпчик, 90-е, Мэш Фрэш. Рэпчик. Рэпчик? Рэпчик. Рэпчик. Ну ты одета, как девчонка, которая должна угадать рэпчик. Йоу! Поехали! Шестой раунд. Скр! Без ключа, но мне кажется, все равно сказала позже, чем Шазам. Не, фараон я сказала раньше. Если я заполна эту соку, то лишь до того момента, как я смог ее понять. Кстати, да, выглядит как панч из твоей песни какой-то. Вот если это, ты вот запал на эту суку, вот так там должно быть. Если ты запал на эту соку, то лишь до того момента, как ты смог ее понять. Клавушка, все равно была позже, поэтому не могу зачитать тебя целый балл. 3-3. Окей. У нас все еще есть рэпчик разок. Причем я угадал, что это фараон. Да. Даже с первых ног. Но долго запрягал. Да, без ключа. Мэш Фрэш и 90-е. Ну давай вот этот мяш-мяш. Мяш-мяш-мяш. Ну давай, новинку. А что, подожди, подсказку можно? Можно. Ну не, ладно, эти песни все равно не знаю. Давай так, что так. Ты новье не слушаешь? Ну, слушаю, но смотря какое новье. То, что вчера вышло? И позавчера. Ну... Ну давай попробуем. Давай попробуем. Давай, седьмой раунд, 3-3. Давай. Поехали. Это же Клава Кока, бабы! Ты больше была, чем Шазам! Я тебе зуб даю! Как Шазам за это на третьем? Он с первых ног! Он с первых ног угадал! Ты прикалываешься? Это фишка какая-то? Нет, смотри, уже есть Шазам. Этого трека еще нет в Шазаме. 23 Шазама. Шазам, откуда у тебя мой трек, если он еще не вышел? Magic! А что, ты хочешь сказать, что трек Бабы Клавы Коки угадал первый Шазам? Да, потому что ты такая, ты сначала не поверила в то, что мы реально могли себе поставить твой трек, и пока ты не верила в себя... И Шазам угадал Шазам... за 2 секунды не вышедший мой трек? Под шумочек такой, вы понимаете, опа. Вот это эксклюзивчик. Дай включи ко мне его еще раз, я хочу пофлексить. Девки говорили, доверяй, проверяй. Клава, что с тобой произошло? Ты стала такой дерзкой. Да где я дерзкая? И тут вдруг бабы. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что я не дерзкая. Я просто... Жесткая, настоящая. Я ангелочек. Какой я дерзкая, ты прикалываешься? Мне пох. Ангелочек такое бы не сказал. Ангелочек бы сказал, мне все равно. Мне все мало. А, так все-таки вот кто у нас ангелочек. Ну откуда вот это старорусское, это бабы? Что за бабы? Вообще идея... Назвать трек именно так, это идея Насти Ивлеевой. Я показала эту песню, и там было, девки говорили, ой, с ним не гуляй, либо Клава, не будь дурой, с ним не гуляй. Она говорит, так сделай бабы говорили, ой, с ним не гуляй. Я так решила не петь, но назвать трек бабы и последнюю строчку куплета, припева сделать бабы — это провал. Ай-яй-яй-яй. Вот, потому что наша русская душенька, так говорится, весьма одинакова, и всегда мы влюбляемся в парней, которые не нравятся почему-то нашим подруженькам. И потом проходит время, и мы понимаем, почему. Почему они не нравятся, почему, да? Потому что у тебя какая-то пелена просто вот тут перед тобой, этого парня, а потом пелена сходит, и ты понимаешь, почему, собственно, он не нравился никому. Короче, спасибо Насте Ивлеевой за название трека. Да, Настюха, трека. Настюха просто. Настюха, пригоняй к нам по Шазаме, мы тебе этот трек тоже поставим. Настюха вообще... Огонь. А ты проигрываешь 4-3, Клава, вот так вот, мы думали, что... Как он угадал мой трек первее, чем я, который я не знаю, вышел? Я не What знаю, чудеса. А я говорил, что искусственный интеллект нас погубит. Ты видишь, насколько он умнее нас? Я сейчас могу швырнуть этот телефончик. Так, есть еще разок Мэш Фрэш, есть 90-е и есть рэпчик. Рэпчик. Рэпчик, давай. Подсказку будем брать? А, 90-е, подожди, я же 90-х родилась, давай 90-е сначала. Подсказку будем брать? Давай. 50 на 50, перемотка 30 секунд. Окей, давай 50 на 50. Я по-любому этих 90 всех не знаю по именам. Итак, но если что, мы вычтем тебе балл, если неправильный ответ. Нет, тогда давай без подсказки. Да? Да.
но ты проигрываешь. Ну и что? Ладно, давай, с подсказкой. Я хочу выиграть эту машину. Давай, с подсказкой 50 на 50, правильно? Да, давай. Поехали. Маленькая страна. Да, кто поет? А у меня подсказка. Согласен, ну вообще просто интересно было. Наташа Королева, да. Видишь, как удачно получилось? Маленькая страна. Там-там-там. Маленькая страна. Там, где в душе светло и ясно. Там, где всегда весна. А, знаешь, у меня такое крепкое воспоминание. Меня мама заставляла ходить на бальные танцы, и мы под эту песню ставили. Там очень есть прикольный момент, типа... Мне час свидания предназначен звездам моей стране. И там поется. Это был мой любимый момент в детстве. Так. Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне. Чувствуете, да, как Клава меняется? Сейчас ей нравятся суки от фараона, а когда-то... Не, ну почему суки? Мне не нравятся суки от фараона. Я просто уже понимаю современную музыку. Ага. Но если я понял эту суку тоже до того момента, как я смог ее понять. Все, все, закрепили успех. Короче, 4-4, мы сравнялись. Кайф, давай дальше. Есть еще раз рэпчик, есть еще раз 90-е, есть еще раз Мэш Фрэш. Окей, давай сделаем рэпчик. Рэпчик? Да. Хотя давай 90-е еще раз. Как скажешь. А что там подсказки какие еще есть? Перемотка на 30 секунд и пауза. А пауза это что? Мы на 5 секунд останавливаем Шазам, и у тебя есть фора. Нет, давай без подсказок. 90 или рэпчик? 90. Ну, погнали. 9-й раунд. В принципе, так начинаются все песни из 90-х. Это Таня Буланова. Ясный мой свет, ты напиши мне. Ты далеко, в целом мире я одна. 115 тысяч шазамов, а? Что, вообще не слышал этой песни? Нет. Ну, извини, Клавушка. Итак, перед финальным раундом ты можешь выбрать либо Мэш Фрэш, либо рэпчик. Так. Есть еще две незаюзные подсказки. Либо Мэш Фрэш, либо рэпчик. Рэпчик. Давай рэпчик, Мэш Фрэш, так это что, у меня поставить ему еще не вышедшую песню, которая через 2 месяца выйдет. Которую Шазам все равно быстрее отгадает, правильно? Итак, рэпчик, подсказку юзы. Давай, вот которая 5 секунд. 5 секунд паузы фора, да? 5 секунд. Окей, финальный раунд, 5-4, не в пользу Клавы, надо сравнивать. Поехали. Говори. Это Моргенштерн. Да. Она, оно. Но ты была позже, чем Шазам. На моем запястье айс. Понеслась. Ты не бай. Она из моих детей, моих детей. И это танец проигравшей, потому что Клавушка... Да я выиграла, ты прикалываешься, сказала? Моргенштерн, это пол ответа. Тебе нужно полностью правильно назвать, так как ты уже с подсказкой. Нет, да. Ребята, пишите в комментариях. Ну, конечно. Он даже не знает, он даже их петь не может и танцевать. Конечно. На моем запястье айс. И в сегодняшнем батле со счетом 6-3 проиграла Клава Кока, а победил Шазам. Клавушка, ну все могу понять, но не угадать бабы свою песню. Давай, вставай, что ты прячешься? Отвечай. Ну как так? Ну как? Это вы все просто подстроили. Серьезно? Ребят, давайте честно. Напишите в комментарии, вот кто действительно достоин победы в этом батле. Потому что я знала все песни. Так. Кроме Татьяны Булановой. Татьяна Буланова, прошу прощения. Но эта песня, видимо, как-то прошла мимо меня. Так что, друзья, напишите в комментарии, кто, по вашему мнению, победил в этой борьбе. Потому что, как ни крути, но я знала почти все треки, кроме Татьяны Булановой. А Шазам — это просто бездушная машина, которая скоро поглотит наше сознание. И мы как бы должны способствовать тому, чтобы вот искусственный интеллект не переборол наши живые творческие мозги. Это тебе никак не поможет, конечно, но напишите ей в комментариях, что она красотка. Потому что ты правда красотка. Клавушка, спасибо, что пришла. Спасибо вам. Yeah. Ухожу с позором. Зовите третий раз, отыграюсь.